Активисты «Молодой гвардии» не оставляют надежд благоустроить подземный переход возле обелиска Славы. Напомню, 3 месяца назад они заприметили неприличные надписи на стенах пешеходки. На псевдохудожество вандалов обратили внимание ульяновских властей, но чиновники формально подошли к ремонту панелей. Его выполнили топорно. Кроме того, само заявление общественников 3 месяца гуляло по кабинетам высоких лиц. Да, мы обратились к главе города, чтобы он оказал содействие в решении данной проблемы. После того, как мы обратились, наше письмо было переадресовано в управление ЖКХ и благоустройство города Ульяновска. Но, к большому сожалению, ни от управления, ни от глав района, глав администрации мы не получили никакого пояснения. В конце августа губернатор Сергей Морозов резко раскритиковал действия муниципальных чиновников, а молодогвардейцы повторно обратились к отцам города, при этом заручились поддержкой прессы. После таких событий ответственные лица вышли на контакт и обещали навести порядок. Соскоблить, отшлифовать и нанести тот покрасочный материал, который соответствует и значит, будет довольно-таки правильно нанесен. И мы вот этого, скажем так, безобразия не увидим. Слышали критику со стороны губернатора. Критика довольно-таки правильная, и это не обсуждается, это должно выполняться. Мы постараемся нанести такие патриотические здесь рисунки, чтобы у молодежи не поднялась рука обезобразить эти стены. Молодогвардейцы предлагают помощь в благоустройстве подземки. Они обещали разработать эскизы патриотических граффити, а еще обеспечить краской молодых художников. Общественники обратили внимание властей на отсутствие пандусов на входных лестницах. Глава Ленинского района проинформировал о новом проекте благоустройства пешеходного перехода. Его обещают воплотить в жизнь до конца года. Он включает в себя установку нового освещения плюс пандусы для людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей с детскими колясками.